Воспитанники детского сада номер 37 «Золотой ключик» города Каспийска стали победителями конкурса «Экология – дело каждого» в номинации «Экосоюз». Ребята подготовили макет и видеоряд о важности сохранения экологии в мире. В связи с этим представители Росприроднадзора Республики Дагестан провели вручение памятных призов. Так, тебе как зовут? Султан, да? Ты наш экаленочек уже. Вот, держи. Защищай природу, охраняй, хорошо? «Экология – дело каждого» – это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Суть конкурса заключается в том, чтобы среди молодого поколения возникла какая-то ответственность за нашу окружающую природную среду. Сейчас вот мы наградили участников 4-го этапа конкурса. С 1 августа и по 1 апреля начинается 5-й юбилейный сезон конкурса «Экология – дело каждого», в котором мы предлагаем принять участие всем детям, юношам, всем подросткам, взрослым, чтобы принимать какую-то активную позицию по охране нашей окружающей среды. На конкурсе были собраны лучшие экологические инициативы детей, молодежи и старшего поколения из России. И не только. Зарубежные участники рассказали об опыте той страны, где они живут. Отметим, что премия позволила настроить продуктивную работу для воспитания дошколят. Совсем недавно они были победителями, признаны лучшим детским садом в Санкт-Петербурге. А сегодня в этом детском саду вручается премия за участие в международном конкурсе «Экология – дело каждого». Сегодня ребята получили призы, игрушки. Но самое главное то, что дети растут и понимают, что экология – это действительно дело каждого. В этом садике воспитывают детей в любви к природе, в заботе о природе. Поэтому искренне поздравляем весь коллектив 37-го сада за их творческий подход, за их энтузиазм и желаем им дальнейших успехов. Детям были вручены наборы лопаток для игр в песочнице, футболки с логотипом, значки и мячи.